Польская телевізія представляє фільм з серії «Подорож тюхті повний пригодов». Кульпани кохаю, подруже, далеке і цілком не дуже, а жаби за добре пригоди, віддадзю останні виходи. В подорож вирушаємо і вас також забираємо. Яйолотем, кульполотем, жаболотем, сніголотем. Увага, всі сідати! 3, 2, 1, старт! Ліки на протепління. Тюхча не лягчі гэтак хутка, бо не паспеюць звязаць шалік. О, гэта Арктыка. Пад намі выспа Шпіцберген, на якой знаходзіцца польская навуковая станцыя Горнсунд. А цяпер на Грэнляндыю. Конец Арктицы, конец краине льдов, я гениальный. Юху. Які юху. Ну, паўстікі, вам давядзецца перапрануцца. Край, полночный полюс, прочь льду, снег уволю. Гэта Юмба, медведица. Памятай, нельга подыходить до медведю, яны небяспечные. Дык навошта мы туды бяжым? Юмба моя сябраўка, яна нас не пакрыўдзіць. Это страшно. Яна не может найти своих деток. У меня идея. Моника, идем. Наступным разом кранайся повольней. Ах, деется нечто дивное. Нечаканная измена климату. Коли может быть простуда, то это протепление. Дети! Страшенно горача! Сюды! Треба придумать нейкое лекарство на гэтае протепление. Я гениальный. Что вы вырабляете? Хочете зарабить тут Африку? Я купил эту безвартостную землю за бесценок, а после протепления стану соправдным богатеем. Перестаньте зараз же! Тюленям, моржам и медведям потребны снег и лед! А мне что до того? Який грубиян! Я веду, кто нам допоможе! Что это? Який страшный сон! Это не сон. И лепш сюды не вертайтеся, бо кит Юпик может сапраўды разгневаться.
Я протестую. Я так не гуляю. Отчапіся від моєго корабля, ти бочка рибиного тлушчу. Юху! Щиро вам дякую! Калі б не Юху, ми на Уретті допомогли б. Ви добрі сябри! Дякую, Юпік. Чик! Я перший. Ну і хай собі. З наступного подорожжя я вернуся перший.